Кого бы вы хотели видеть в своей команде? Все любимые, наверное, потому что я знаю, что наш вид спорта, российский вид спорта, фигурное катание, очень сильное в фигурном катании, в мире фигурного катания, поэтому мне абсолютно, так сказать, все равно, кто у меня будет, все равно это будет, так сказать, наши спортсмены и...